Салам алейкум, Тумсо. Смотрел сегодня бой Тони Фергюсон против Джастина Гейджи. Алейкум ассалам. Ни Кадыров старший, ни Кадыров младший, они, никто из них не говорил того, на что у них не было разрешения от Кремля. Салам алейкум, Тумсо. По-братски, задай вопрос приспешникам Кадырова в следующий раз. Лорду, Джамбоксу или другому лизуну. Скажи чеченскому народу, очень интересно, кого он больше любит и почитает, Ахмад Хаджи или свой... Есть видео, где Путин в разговоре с Альви, говорит, с Альви Каримовым имеется в виду, говорит, когда познакомился с Кадыровым, думал, что он не умеет разговаривать. Путин сказал, академик рычал в ответ что-то нечленораздельное. Ва алейкум ассалам. Но он прав. Дело в том, что на тот момент он еще не был академиком. Кадыров потом, впоследствии, стал академиком. Он очень быстро экстерном закончил все вузы, получил кандидатскую по экономике. Затем с какими-то профессорами медицинских наук он проводил какие-то операции. Затем он получил от члена академии наук или чего-то там. Это, по-моему, не РАН, а чего-то другого он там получил, членский билет. Вот. В общем, все началось потом уже, после знакомства. Салам алейкум, Тумсо. Смотрел сегодня бой Тони Фергюсон против Джастина Гейджи. Алейкум ассалам. Нет, я не смотрел этот бой. Тони просто нереально живучий. Ждал ли бой Тони против Хабиба? Нет, я не ждал этот бой. Эх, его, кажется, так и не увидим. Мне как-то безразлична эта тема, увидим мы его или нет, но чисто анализируя как бы происходящее, я могу сказать, что мы скорее всего его увидим. Потому что UFC это чисто о коммерции. Это коммерческий проект для зарабатывания денег, это не спорт. Это чисто для зарабатывания денег шоу. Шоу-бизнес. И шоу-бизнес не упустит такую возможность. Все понимают, что это очень ожидаемый бой. И на этом бою можно заработать огромные деньги. Поэтому, конечно, этот бой они организуют. Как только у них будет возможность, они его сразу организуют. В этом нет сомнений. Альберт Джафаров. Генерал Джохар Дудаев. Каждый чеченец генерал Кадыров. Каждый чеченец пехотинец. Ну, это в смысле цитаты. Каждый чеченец генерал, это цитата Дудаева, каждый чеченец пехотинец, это цитата Кадырова. Этим все сказано, вот и вся разница. Салам алейкум, брат Тумсо, алейкум ассалам, рамтула баракату. Барак Аллаху фик, брат. Тумсо, стоит ли отдать должное Кадырову, ведь он не праздновал День Победы, как делал это в том году. Как думаешь, почему он так решил? Лукашенко, в свою очередь, праздновал, несмотря на карантин. Кадыров не праздновал, как и Путин не праздновал, потому что карантин. Если бы не было карантина, Кадыров бы праздновал. Кадыров, он человек подневольный. Ему там скажут сверху праздновать, он будет праздновать. Скажут скорбить, он будет скорбеть. Здесь не он выбирает, что ему праздновать и когда праздновать. За него выбирают. И за его отца также выбирали. И за его отца выбрали, когда он будет праздновать. Где конкретно он сядет, посадили его на мину и отправили на тот свет. Это люди, которые не могут сами выбирать для себя праздники. Единственное, что они могут сами для себя выбрать, это вот в зоне Чеченская Республика, да, вот в этой зоне, они, им дано право самим выбирать, кого в этой зоне из чеченцев убить, кого из чеченцев замучить, кого из чеченцев посадить. Вот это вот как бы им дан такой карт-бланш. Но нельзя далее идти. То есть, кроме чеченцев, никто, другие люди не могут от этого страдать. Ну, может быть, еще кавказцы там дадут. На это тоже закроют глаза. Потому что для Кремля мы такой расходный материал. Мы зона риска, ненужные проблемы. И когда нас убивают, уничтожают, на это смотрят так сквозь пальцы. Ахмад Кадыров был более самовольный, может, мне кажется, но мог сказать на ТВ, зачем снимаете, как один солдат убивает 1000 бояков в кино. Да, я сказал убивать. А, и поднимал тему добычи нефти в республике незадолго до его убийства. После его смерти про нефть все замолчали. Я не соглашусь с этим мнением.
Дело в том, что было совершенно другое время и по-другому обстояли дела со свободой слова в России. Свобода слова в России, она перестала существовать не одномоментно. Ее поэтапно убивали. И начиналось все, помните, в 2000 году с Курска, когда еще, тогда еще утонул Курск, и Доренко на канале Первого, в эфире Первого канала он там такое про Путина говорил. Сегодня нельзя даже представить себе подобное. Это было совершенно другое время. Поэтому в эфире программы «Свобода слова» на НТВ Кадыров мог высказывать вещи, которые мы не можем сегодня представить. Мы не можем представить, чтобы Кадыров, младший, сегодня что-то подобное говорил на федеральном канале. Да вообще, чтобы кто-либо такое говорил, мы не можем это представить. Просто была другая ситуация со свободой слова, с журналистикой в России. Теперь, что касается, зачем снимаете, как один солдат убивает 1000 боевиков, это сегодня Кадыров-младший может сказать. Наехать на какого-нибудь режиссера, на какого-нибудь там общественного деятеля российского, да никаких проблем, в легкую. Если потом Кремль за него впряжется, так же в легкую дадут заднюю просто. И все, ничего не изменится. Как это было с Емельяненко, помните? На Федора Емельяненко наехали, как гиены на него потом набросились. Как только звонок с администрации президента получили, все, Кадыров извиняется, все посты гиен пропадают. То же самое будет и здесь. Что касается нефти, мы об этом достоверно ничего не знаем. Поднимал ли он вопрос, не поднимал, мы об этом ничего не знаем. Это все слухи, это какие-то там инсайдерские источники, но достоверной информации у нас нет. Поэтому мы не можем об этом тоже ничего судить. Ни Кадыров старший, ни Кадыров младший, никто из них не говорил того, на что у них не было разрешения от Кремля. С Анзором стрим сделай. У человека, похоже, есть что сказать. Также говорит, что есть огромный компромат. Помоги узнать, что это за человек. Думаю, многим будет интересно. Я думаю, что и без стримов со мной Анзор успешно, да, свое мнение озвучивает. Даже сегодня вышел новый ролик. Перед эфиром я его посмотрел. Я думаю, что ему тут моя помощь абсолютно не нужна. Он сам справляется и без меня. Салам алейкум, Тумсо. По-братски, задай вопрос приспешникам Кадырова в следующий раз. Лорду, Джамбоксу или другому лизуну. Скажи чеченскому народу, очень интересно, кого он больше любит и почитает. Ахмад Хаджи или своего отца? Он понесет убыток, чтобы он не ответил. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Хорошо. Я думаю, никто не посмеет любить своего отца больше, чем Ахмата Хаджи. Это будет признаком соскальзывания с пути Ахмата Кадырова. Салам алейкум, Тумсо. Я многих блогеров слушал, и каждый говорит свою версию с хромающим анализом. Ответь на вопрос, в чем суть смысла за монитором говорить за власть, если ничего не меняется? Ва алейкум ассалам. Дело в том, что ничего не меняется, это как раз-таки твой анализ. Ты не можешь знать, меняется или не меняется. А возможно, ты не знаешь чего-то, но это еще не говорит о том, что этого не существует. Это первое. Второе, даже если ничего не меняется, это обязанность мусульманина противостоять несправедливости. Если он не может противостоять этому как-то своим действием, то он обязан противостоять хотя бы своим словом. Если он не может противостоять своим словом, то он обязан хотя бы испытывать к этому неприязнь своим сердцем. Поэтому здесь как бы выбора у тебя нет, здесь ты не смотришь. Конечно, ты пытаешься делать так, чтобы в этом была польза, но ты не имеешь права, имея такую возможность говорить, ты не имеешь права молчать, ты должен говорить. Мне всегда было все равно на 9 мая, но есть интервью Дудаева, где у него спрашивают про это, он отвечает, что безусловно это праздник, что это победа над великим террором, что можешь сказать по этому поводу? Я не слышал такого интервью Дудаева. Выход против правителя языком противоречит сунне, говорит Мухаммад Мирза ибнуль Муслим Шанхали.
Я так понимаю, что он это приводит в довод против меня, если то мы не выходили против правителя ни языком, ни как иначе. Поэтому это не к нам. Это если где-то там есть страны, где против правителей кто-то там выходит, это к ним. У нас нет правителя, против которого мы могли. سأزيل سدودا وقيودا وسأمنع